Здравствуйте. Ой, отвернусь от ветра. Приехали в гости к моей вот этой знакомой. Посмотрите ее сад. Ну, она живет в городе Ноксвилле. Такая яркая, очень мягенькая, стрижется. Делают квадратиками. Есть разные формы. Здесь вон малюсенькие какие. Очень красиво. Смотрится великолепно, ярко. И это японский клен. Он за время уже подрос. Лист у него, видите, какой очень изящный, очень тоненький, очень элегантный. И тоже его можно подправлять формочку. Здесь уже он много лет, поэтому он такой уже роскошный вырос. Но, ребята, я двигаюсь к ее розам. Розы у нее эти довольно старые. У них небольшой участок. Она очень сильно много не садит, конечно. Но вот... Как всегда, стриженные газоны у американцев. Но вот ее розы – это что-то потрясающее. Посмотрите на этот куст. Ему много лет. И вот здесь вот эти роскошные коралловые ирисы. Они громадные. Вот, посмотрите, какой изумительный, просто изумительный. Изумительный цвет. Очень крупные. Они мне до пояса. Она будет резать. До пояса. Смотрите, какой роскошный здесь они раскинулись. И вот эти розы, им около 10 лет. А они выше, ребята, меня ростом. Можете представить, вот такие кусты. Такие кусты я посадила у себя, но они у меня маленькие еще. Я не знаю, боже мой, 10 лет, дай бог здоровья, чтобы это чудо увидеть у себя в саду. Она его подрезает, собственно говоря, оживляет его. Ну вот очень красивый розовый цвет. Страшно много цветов. Вот то, что мне нравится, что он цветет все лето. Буквально до холодов. И постоянно новые бутоны, бутоны. Обратите внимание, он весь покрыт бутонами. И как он красив. Эти два куста и там третий, это что-то сумасшедшее. Сумасшедшее просто. Боже мой. Ну, скажите, что есть лучше природы? Как это все красиво придумано? Как цвета подобраны? Просто какое-то сумасшествие. Конечно, великолепно. Ну и мне надо было сюда подсунуться. Как будто я тоже тут имею какое отношение к этой красоте. Ай, как хорошо. Вот она для меня берет эти ирисы желтые. Есть ирисы клубневые, есть корневые. Это корневые. И она мне даст, значит, вот несколько штук. И вот здесь она мне дала вот эти, которые я вам говорила, другие ирисы. Они немножечко помельче. Тут она зачищала. И цветочек у них вон такой вот. Не синий, я в прошлый раз сказала, а вот... Цветочек с фиолетовым. Видите, какой красавчик. У меня другая камера, поэтому она временами плывет. Я еще не совсем умею, это сына камера, с ней работать. Но мне нравятся здесь ее цвета. Вот. Великолепный, красивый у них участок. Но немного. Она женщина уже в возрасте. Есть у нее, видите, вот так, тоже около камней. Это Black Eye Susan. Ромашки. Великолепные желтые. Ну вот здесь тоже так обработан немножечко кусочек около дома. Ну, в основном косят травку. И на контрастах, конечно, великолепно. Ну вот. Ну вот, хорошо. Чудо. Просто чудо. Нет, ну посмотрите на эти цветы. Это что-то потрясающее. Это лучше. Какой у них сумасшедший цвет. Это желток. Прям какой-то коралловый желток. Очень красиво. Просто великолепно. У тебя три корня. Ой, боже мой. Они потом разрастаются. Да. Супер. И дала много фиолетовых. Ну вот, ребят, спасибо за просмотр. Будем мы собираться в дорогу, быстрее-быстрее ехать домой. Но посмотрите на эти розы. Посмотрите на эти розы. Сюда бы поставить скамеечку. Ой, как красиво. Очень красиво. Ну вот, была такая поездка у нас в город специально за растениями, поэтому
поэтому сейчас повезем все эти наши чудеса домой. Там напротив у соседей тоже, смотрите, розы как цветут. Ну и подстрижены кусты, кипарисы. И вот здесь есть другие, но я не знаю, это ее или это соседские. Обратите внимание на этот цвет. Просто фиолетовые. Чудо. Это большая группа ирисов, причем находится постоянно в тени. Ну вот люди так вот кустики по-разному выстригают около дома. Очень много вот этих кипарисовых, роскошных, мягеньких. Сноубол отцвели. Думала, попаду еще на сноубол, но нет. Ладно, это наша была воскресная поездка в город за растениями. Отправляемся домой. Всем отличной наступающей недели, хорошего настроения. Подойду я еще чуть спереди, я вижу, куст торчит там. Ляля, здесь вот наши положенные ирисы. Вот, смотрите, как красиво сделано, хвойные. Здесь белые такие будут цветы крупные, она постоянно подрезает эти кусты. Но это рождественские. У них красная ягодка потом. Ну и вот здесь вот розовые цветы у нее. Смотрите, какое чудо. Ну разве не чудо? Кустики. Конечно, когда сажаешь разного цвета растения, то получается очень на контрасте великолепно все это смотрится. Вон там у людей тоже, смотрите, какое чудо цветет перед домом. Ой, ушла моя резкость. Сейчас, Ляля. Посмотрите на эту красоту. Там у нее другие. Не могу я взять. Подойду я. Здесь с этой стороны, может быть, получше будет. Тоже двойной цвет. И посмотрите на эту красоту. Очень красиво. Вот это ирисы. Почти белый верх, фиолетовый, да еще и каемка у нее какая. И цветок очень крупный. Здесь другой сорт у нее. И вот здесь очень красивые белые цветы потом появятся. Забыла сейчас название. Безумно красивые просто. Вон у соседей, видите, любят американцы эти розы. Вот они. У всех почти есть около домов. И самое потрясающее, что это красота, ребята, целое лето. Абсолютно. Целое-целое лето. Ой, у меня временами пропадает резкость, не знаю, в чем дело. Господи, переписывать уже нет времени и не буду. Тут очень красный клен. Все, что-то у меня ушла резкость, ребята. На этом я и быстро закончу. Не очень удалось видео, новый фотоаппарат. Всего хорошего всем. Пока-пока.